ушки уебало. Ты уже такие экстонты, блядь. Я помогаю, блядь, где-то. Пушка целая? Пушка, да. Первый снаряд, который мимо меня пролетел, он прошел между тополей. Окна нет? Есть, а окна нет. Максим Терепелит говорит, был у меня знакомый, бросил курить и умер. Хотя нет, он, по-моему, сначала умер, а потом бросил курить. Там позвонил курить. Это у нас армейский. По окончанию стрельбы.